Пречистенка, дом 16. Центральный дом ученых, или коротко ЦДУ на Пречистенке. Это здание известно всем москвичам. А до половины 18 века территория дома ученых принадлежала большой конюшенной слободе. В конце 18 века землю и дом выкупил губернатор Архаров. А в 1865 году особняк приобрела семья Коншиных. Летняя беседка в саду фабрикантов Коншиных. 1910 год. После 17-го года беседка разрушалась, но в 1999 году началась реставрация. И в 2010 году вот она восстановлена, эта беседка. Это пол. Но садик, конечно, далек от того вида, который был при владелице первой. Как все было здесь в начале 20 века, конечно, сегодня не так. Вот так вот было все разрушено. Вот такой был пол.